Минюст зарегистрировал партию «Белая Русь». В ее рядах более 16 тысяч человек. Глава Олег Романов. Учредительный съезд прошел в Минске 18 марта. В высший политсовет вошли парламентарии, министры, врачи, журналисты. Организация поддерживает курс действующей власти, главные приоритеты которой – мир, стабильность, создание достойных условий труда и право на самореализацию. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая. С 5 числа в Витебском регионе, с 6 в остальных областях и Минске. С 8 в объектах почтовой связи Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева. Ко Дню Победы материальную помощь получили уже 99% ветеранов и тех, кто пострадал от войны. Общая сумма выплат – 9 миллионов 448 тысяч рублей. В Могилевской области завершается сев ранних яровых, злаковых и бобовых культур. Освоено 92% необходимых площадей, более 100 тысяч гектаров. На очереди кукуруза, картофель, рапс, лен, травы и овощи. В этом году подготовка к посевной проведена на самом высоком уровне. Накоплено больше минеральных удобрений, отремонтирована техника, закуплено новое оборудование. Нотариусы 5 мая проведут бесплатные консультации. Среди вопросов – оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и совершение исполнительных надписей. Обратиться к специалистам можно как лично, так и по телефонам конторы и бюро, а также с помощью мессенджеров. Прокуратура и МЧС проверят детские летние лагеря. Особое внимание – вопросу укомплектованности подготовленными кадрами, условия проживания, организации воспитательного и образовательного процессов, проведение патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. Также на контроле развлекательные центры и парки аттракционов.